согнув локти, подаем корпус вперед, с выдохом переходим в собаку мордой вниз. Когда-то эти упражнения помогли Антону Самсонову вылечить спину. Так в его жизнь пришла йога. Изначально как временный вид спорта, но задержалась и на 18 лет. Занимаясь единоборствами, я убил спину и далее не мог продолжать заниматься единоборствами, поэтому переключился на йогу. Думал, сейчас займусь йогой, поправлю здоровье, растянусь как следует и вернусь к единоборствам. Но к единоборствам так и не вернулся. Вскоре стал сам обучать практикам йоги. Проводит занятия для всех желающих в парке культуры, спорта и отдыха Ларисы Лазутиной. На время вынужденных каникул, как и раньше, тренировки ушли в онлайн-пространство, но не стали менее эффективными. Я вижу своих участников на мониторе, каждого участника слежу и по необходимости инструктирую их, поправляю, говорю: Маша, вот здесь руки больше выпрямляй. Вася, там, сгибай колени в наклоне или что-то еще. Конечно, я контролирую процесс. Физические нагрузки и занятия йогой в такое время нужны как никогда, уверен тренер. Упражнения снимают стресс, улучшают обменные процессы, повышают иммунитет. Наш духовный настрой, скажем так, состояние нашего духа, настроение влияет на течение болезни. Если человек настроен позитивно, то болезнь, то есть мы способны победить болезнь. Если мы растеряны и нам страшно, то, конечно, в этом случае болезнь доберется глубже. Тренировки на свежем воздухе также не запрещены. Соблюдая необходимые меры предосторожности, любители здорового образа жизни могут продолжать заниматься спортом на улице и в парках. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».